По анализу криминогенной ситуации Мозырский район находится на втором месте в области после Гомельского. Кроме того, за последние 3 года в нашем регионе произошел рост преступности более чем на 35%. Самым спокойным районом назван Ельск. За 2015 год здесь произошло 750 преступлений в расчете на 100 тысяч населения. Что касается всей республики, то у Гомельщины средний показатель. Наиболее криминогенный – это столичный регион, а вот западные области – Брестская и Гродненская – самые благополучные в этом плане.